Здравствуйте, вы смотрите информационную программу «События». В студии Светлана Кудрявцева, я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В Самаре идет подготовка к месячнику по благоустройству. Фронт работ обсудили с участием главы города Елены Лапушкиной. Поделились опытом организации инклюзивных смен. В Самаре прошел семинар для руководителей детских лагерей. Она знает, как найти подход к детским сердцам. В Самаре в рамках недели детской книги прошла встреча с писательницей Натальей Черных. Сохраняя память, выставка, которая показывает, как современные дети видят Великую Отечественную войну, открылась в детской картинной галерее. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сегодня передал медаль «Золотая звезда» семье участника СВО. Артем Пономаренко с первых дней принимал участие в спецоперации, успешно выполнял боевые задачи. Во время выполнения одной из них командир мотострелковой роты ценой своей жизни спас своих сослуживцев. Указом президента России Артему Пономаренко посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации. Текущие задачи по уборке города, предстоящие планы работы и организацию пунктов выдачи инвентаря горожанам, которые захотят принять участие в субботниках, обсуждали на заседании штаба под руководством главы Самары Елены Лапушкиной при участии руководителей департаментов, районных администраций, муниципальных предприятий, управляющих компаний. Какие виды работ будут выполнены в ближайшее время, об этом расскажем в сюжете. 4 средника и 3 субботника, главный из которых общегородской 20 числа, состоятся в Самаре в апреле. Они станут частью ежегодного традиционного месячника по благоустройству. Это целый комплекс работ, которые позволяют городу прийти в порядок после зимы и встретить теплые дни в чистоте и ярких красках. Подготовку к этой работе обсуждали на заседании городского штаба под руководством главы Самары Елены Лапушкиной с участием руководителей департаментов, районных администраций, муниципальных предприятий и управляющих компаний. Ожидается, что приводить город в порядок будут до 390 тысяч человек. Это и представители служб благоустройства, и муниципальные служащие, и неравнодушные жители Самары, а также различные предприятия и организации. Привлечение предприятий к месячнику, тоже, мне кажется, уже достаточно такая устоявшаяся практика. Те предприятия, которые понимают степень своей ответственности, они все, в общем-то, выходят и делают это с удовольствием. Просто надо расширять круг таких предприятий. Про население Совета депутатов даже не говорю. Понимаю, что и люди выйдут, и Совета депутатов. По социальной сфере организовываем субботники, закрепляем территорию и максимально оказываем содействие нашим большим территориям, паркам, набережным и так далее. Подготовку к месячнику ведут и в каждом районе отдельно. Они готовят план работ и разграничивают зоны ответственности между предприятиями, организациями и управляющими компаниями. Незакрепленные территории в порядок будут приводить специалисты районных администраций. Кроме того, определены и точки выдачи инвентаря горожанам, которые захотят выйти в субботники на уборку своих дворов. Завтра проводим районный штаб, где будет приглашено у нас предприятия, застройщики, предпринимательское сообщество, управляющие компании, управляющие микрорайоны. До всех доведем обязательства, сроки и последствия невыполнения решений штаба. Продолжается и подготовка к сезону дорожно-строительных работ. Сперва специалисты проверят качество асфальта на тех участках, которые еще находятся на гарантии. Если будут выявлены недочеты, то подрядчики должны будут исправить все за свой счет. Подрядным организациям направлены письма с соответствующими актами, которые подписывали представители о необходимости выполнения работ. Отдельные подрядчики уже приступили к выполнению работ. Они, согласно условиям контракта, должны будут отчитаться. Заниматься благоустройством территорий после замены коммуникаций должны и ресурсоснабжающие организации, которые проводят плановые или аварийные работы. Им тоже дано время, чтобы проверить все адреса, где проводились вскрытия на момент выполненных работ по благоустройству. На сегодняшний день совместно с производителями работ идет процесс формирования и согласования графиков восстановления благоустройства на время закрытых объектов. Всем основным заказчикам работ направлены информационные письма с перечнем адресов, на которых проводились вскрытия. И, до 10 числа необходимо представить графики, конкретные сроки восстановления благоустройства постоянно на всех временно закрытых объектах. Традиционно первый вид предстоящих работ – это завершение вывоза снега, а также его ворошение на газонах, чтобы он быстрее таял под весенним солнцем. Затем постепенно перейдут к уборке мусора, мытью дорог, очищению газонов и тестовой проверке фонтанов. Первый средник состоится уже 4 апреля. Андрей Бессонов, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.
С 1 января следующего года все летние, пришкольные и стационарные детские лагеря страны введут квоты на оздоровление детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. До этого времени все регионы обязаны подготовить как нормативно-правовую базу, так и сами учреждения для инклюзивного отдыха. Чтобы обсудить актуальные вопросы и проблемы, в Самаре проходят семинары для руководителей детских лагерей. Директора учреждений, которые уже принимают детей с особенностями развития, делятся с коллегами своим опытом. Мы побывали на одной из таких встреч в санатории «Волжанка» и расскажем подробности. Традиционно в детских лагерях Самарского региона летом отдыхают и оздоравливаются около 119 тысяч ребят. Среди них дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Со следующего года для всех детских учреждений отдыха введут квотирование. Стационарные и пришкольные лагеря будут обязаны принимать у себя детей с особенностями. Соответствующие изменения вступили в силу на федеральном уровне. Поэтому до конца этого года регионы должны подготовить нормативно-правовую базу и сами учреждения для инклюзивного отдыха детей. Это не только обеспечение физической доступности, да, наличие условий для беспрепятственного передвижения, да, но это и наличие еще услуг, которые эти дети могут получить. А это прежде всего связано с наличием подготовленного персонала и, соответственно, образовательных программ, программ воспитания таких детей. Чтобы обсудить актуальные вопросы и проблемы, в Самаре проходят семинары для руководителей детских лагерей. Директора учреждений, которые уже принимают детей с особенностями развития, делятся с коллегами своим опытом работы. У нас на территории такие услуги оказывает «Волжанка», наш санаторий, где мы сейчас находимся, и детский оздоровительный лагерь «Волжский Артек». У нас накопился очень большой опыт. Мы проводим в детском летнем оздоровительном лагере две смены для детей-инвалидов. Это дети-колясочники и дети с ментальными нарушениями. Со 2 апреля начнется курс обучения для представителей лагерей, чтобы составить паспорта доступности оздоровительных учреждений. В мае каждый лагерь должен будет иметь такой паспорт доступности, согласованный с общественными организациями инвалидов. Отметим, что по официальной статистике Министерства здравоохранения в Самарском регионе зарегистрировано порядка 43 тысяч детей с ОВЗ и 13 300 детей-инвалидов. Все они должны проходить курсы оздоровления и отдыха в любое время года. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. Декларационная кампания финиширует 30 апреля. Граждане, обязанные отчитаться о доходах за прошлый год, должны представить в налоговый орган декларации по форме 3 НДФЛ. Как удобнее и быстрее это сделать, расскажет Елена Чернявская. Сотрудники налоговой службы организовали индивидуальные консультации в Самарской городской больнице номер 10. Говорили о предоставлении налоговых льгот, о необходимости подачи декларации вовремя и в срок. Граждане, которые получили доход в 2023 году, должны не позднее 30 апреля подать в налоговый орган или в МФЦ декларацию о доходах по форме 3 НДФЛ. В дальнейшем нужно будет уплатить налог на доходы физических лиц, но декларировать полученный доход нужно не всем. Декларацию обязаны представить граждане, которые получили доходы от продажи недвижимости, которая находилась в собственности менее минимального предельного срока, получивших доходы в виде дарения не от близких родственников, а также от сдачи своего имущества в аренду, те, кто получили выигрыши небольшие в лотерею. Рассказали и о новшествах налогового законодательства. Они касаются порядка предоставления налоговых вычетов на лечение и обучение родителей и детей. Утверждена новая форма справки об оплате медицинских услуг. И эта справка распространяется только на оплату услуг, которая произведена в 2024 году. По тем оплатам, которые проходили в 2023 и ранее, эта справочка не заполняется. Специалисты говорят, быстро подать декларацию через личный кабинет. При ее заполнении налогоплательщику важно только выбрать вид дохода и указать полученную сумму. Все остальные данные программа рассчитает самостоятельно. Светлана Александрова, заведующая терапевтическим отделением, с подачи декларации решила не затягивать. Сегодня у нас предоставилась возможность общения с выездной налоговой службой. Было очень много интересно услышано. Я успела воспользоваться подачей декларации 3 НДФЛ за медицинское обследование и лечение. Это заняло очень мало времени, быстро, удобно.
деньги мне возвратились прямо буквально в течение 10 дней. Сотрудники налогового органа информировали сотрудников больницы и о возможности получения и оплаты налоговых уведомлений в электронном виде с использованием электронных сервисов ФНС России и об удобстве использования личного кабинета налогоплательщика. Елена Чернявская, Константин Головин. События. В Самаре в Центральной городской библиотеке имени Крупской открылось первичное отделение российского движения детей и молодежи «Движение первых». На заседании общего собрания ребята определили председателя и секретаря совета. Основные направления деятельности объединения было решено открыть на базе библиотеки книжный клуб. Подробности в нашем сюжете. Ангелина Базян – активист «Движения первых». В его ряды вступила еще в сентябре 2023 года. Девушка с детства любит читать. Уверена, приобщить остальных к этому занятию поможет клуб любителей литературы. Возможность открыть его теперь есть. В Центральной городской библиотеке имени Крупской появилось первичное отделение российского движения детей и молодежи «Движение первых». Моя основная идея в том, чтобы действительно собрать круг единомышленников, которые любят читать книги, выставлять анонсы книг, чтобы заранее ребята читали книги, произведения, приходили, и мы обсуждали с ними основные ценности произведений, биографию автора, который написал книгу, выявляли цитаты из этих произведений. Напомним, российское движение детей и молодежи «Движение первых» было основано в 2022 году при поддержке президента России Владимира Путина. Участники объединения продолжают инициативы советских пионеров. Сегодня молодой человек может выбрать для себя одно из направлений, двигаться и реализовывать себя, применять свои навыки в этих направлениях. У нас сейчас порядка 5000 жителей вовлечены в деятельность движения первых. Это у нас есть и школьники, есть и студенты из вузов, есть воспитанники учреждений дополнительного образования, родители. Участники вносят свой вклад в развитие общества, находят единомышленников, участвуют во всероссийских и международных конкурсах, получают новые знания и навыки. Андрей Бессонов, Ксения Баканова, Сергей Баскин. События. История устами ее вершителей. В Самаре прошла встреча школьников и ветеранов-десантников с генералом-полковником в отставке Георгием Шпаком. Он прошел афганскую войну, был командующим воздушно-десантных войск Российской Федерации, занимал пост губернатора Рязанской области, был депутатом Госдумы 4-го созыва. Сегодня Георгий Иванович ведет активную общественную и просветительскую деятельность. Как прошла встреча, расскажут наши корреспонденты. В 1979 году под его командованием 350-й гвардейский парашютно-десантный полк пересек границу Афганистана и приступил к решению первых боевых задач на этом направлении. Под руководством Шпака советские войска заняли стратегические объекты без потерь личного состава. Это была уникальная операция. Большое количество самолетов «Антеев» и «Ил-76». Один батальон охранял, выдвинулся для охраны пятиэтажных строений, где жили русские и советские специалисты. Один батальон прикрывал бронетанковую дивизию, чтобы она не смогла выйти из своих ангар. И один батальон захватывал генеральный штаб афганской армии. Свою историю Георгий Иванович рассказал на встрече с юнармейцами и представителями Самарского отделения Союза десантников. Мероприятие приурочили к 35-летию вывода советских войск из Афганистана и двухлетию со дня начала специальной военной операции. Цель у нас одна – вспомнить погибших наших товарищей. И чтобы мы вспоминали, гордились, чтобы наше юное поколение это помнило. Нас как бы всех это объединяет, уже многих коснулось, это как бы семьи. Многих еще коснется, как бы, поэтому мы желаем, чтобы была быстрее победа, чтобы мы победили. Но мы обязательно победим, потому что дух наш российский, он непобедимый. В прошлом году в Самарской школе номер 55 открыли мемориальную доску, посвященную Олегу Шпаку, сыну Георгия Ивановича. Он погиб при выполнении боевого задания в Чечне в 1995 году. Юнармейский отряд школы носит имя героя. И сегодня ребятам было интересно встретиться с его отцом. Когда мы их позвали сюда сегодня, да, на встречу с Георгием Ивановичем, естественно,
ребята согласились, они понимают, что встреча им важна. Мы периодически с ними, конечно же, и проводим беседы, они у нас знают, что такое специальная военная операция, они у нас знают, кто такой Олег Георгиевич Шпак, да, имя которого носит наш отряд. Им интересно общаться с человеком, который является отцом того, чье имя они носят. Встреча завершилась концертной программой. Активистам вручили медали за помощь участникам специальной военной операции. Галина Топилина, Игорь Казановский. События. Она точно знает, как подобрать ключ к сердцу ребенка. Детская писательница Наталья Черных встретилась со своими маленькими читателями. Говорили о магии, познакомились с книжным героем-волшебником Жаком. В атмосферу чуда погрузился наш корреспондент Елизавета Прокопенкова. Знакомьтесь, это вот мой герой, самый добрый в мире маг, чародей, волшебник Жак. Серия книг «Волшебник Жак в Самаре. Экскурсия для детей по городу в стихах». Узнать обо всех достопримечательностях города на Волге детям помогает добрый маг. Вместе с друзьями Жак отправляется гулять сначала по набережной, потом по историческому центру. Дети очарованы городом и понимают, что никакого волшебства не нужно. Магия вокруг нас, и заключается она в красоте и добрых поступках. Эту идею пытается донести детям автор Наталья Черных. Здесь волшебства не надо, настолько прекрасный город. Мы просто хотим его посмотреть, погулять. Покажи нам вот этот город, да. Жак говорит о том, что волшебства не надо, он заболел. И вот выручка друзей, и друзья пришли на помощь, помогли. И тем самым вот, да, здесь волшебства не нужно, когда есть дружба, понимание и выручка. На встрече с дошколятами Наталья Черных рассуждала о волшебстве вместе с маленькими читателями. Дети находили магию во всем – в снежинках, радуге, грозе и в зимнем узоре на окнах. Рассказали, что бы они сделали, если бы были волшебниками. А Наталья подсказала, что магом может стать каждый, если будет делать добрые поступки, потому что это и есть чудо. Однажды волшебник Жак заболел. Он потерял свою волшебную палочку и не мог совершить чудо-исцеление. Но чудо совершили его друзья. Они вылечили Жака. Вот как в жизни важны друзья. Встреча с писательницей Натальей Черных прошла в рамках недели детской книги. И многие дети воспринимают книгу как должное, не видя ту трудоемкую работу, которую выполняет писатель, иллюстраторы, редакторы и само издательство, которое выпускает книгу. И когда наши читатели общаются с авторами напрямую, для них книга буквально оживает, и они видят в нем не только интересные истории, но еще и видят самого автора. В конце встречи Наталья Черных рассказала детям о новой книге, которая скоро увидит свет. Иллюстрации к ней нарисовала сама писательница. Елизавета Прокопенкова, Николай Епифанов. События. «Сохраняя память» – выставка, которая показывает, как современные дети видят Великую Отечественную войну и как жители блокадного Ленинграда спасали памятники культуры. Выставка занимает два зала детской картинной галереи. В них побывала наша съемочная группа. Говорить с детьми о Великой Отечественной войне можно и нужно, считают организаторы выставки «Сохраняя память». Она разместилась в двух залах детской картинной галереи. Так представляют Великую Отечественную войну ученики детской школы искусств. На занятиях преподаватели рассказывают ученикам исторические факты, показывают фильмы. Реакция порой настолько такая глубокая. И когда вот показываешь, даже берешь клипы на тему военных песен, то просто даже кто-то и плачет, и находится, в общем, в таком состоянии глубокого эмоционального впечатления, что просто даже поражает, насколько дети глубоко чувствуют эту тему. Во втором зале разместились исторические фотографии. Чтобы спасти шедевры, работники Эрмитажа вынимали полотна из рам, которые оставались на стенах музея, грузили в специальные вагоны, которые вывозили картины в Сибирь и на Урал. В июле 1941 года таким образом из Эрмитажа было вывезено более миллиона экспонатов. Нам показалось важным вместе с детскими работами сделать исторический зал, который расскажет действительно о блокадном Ленинграде. Но обычно мы рассказываем о трудностях людей, об их бытовых, как бы бытовой жизни такой. А нам показалось очень важным рассказать о спасении культурных ценностей в блокадном Ленинграде. Выставка «Сохраняя память» проходит в рамках межрегионального проекта «Новое детское передвижничество», организованного агентством социокультурных технологий. О чем это говорит? Что
детское творчество, оно не должно замыкаться в пределах только своей школы. Дети – это волонтеры культуры. Детское творчество – это тоже волонтерское искусство, и поэтому они представляют свои работы, должны представлять на разных площадках. И этому способствует как раз организатор и детской картинной галереи, и агентство социокультурных технологий. Увидеть выставку можно до 26 мая. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. Подарок для всех любителей музыки. В Самаре в рамках Международного фестиваля оперного искусства «Славянский дом» прошел показ оперы Петра Ильича Чайковского «Пиковая дама». В мир мистического города Петербурга, где вершатся человеческие судьбы, кипят страсти и происходят фантастические события, погрузилась наша съемочная группа. Чему приводит жажда денег и так ли неотвратима судьба? В Самарском театре оперы и балета давали оперу «Пиковая дама». Трагедия, написанная Пушкиным и положенная на музыку Петра Чайковского, наполнена мыслями и чувствами героев, их надеждами и страданиями. На кону стоят жизни людей, поэтому цена ошибки высока. Это бессмертное произведение, сочинение, очень цельное, полное, в котором присутствует все, и любовь, и азарт, и жажда денег, и убийство. Три действия, семь картин, аутентичные костюмы и множество исторических артефактов. Декорации на сцене меняются мгновенно. Оперные певцы признаются, работать нелегко, зато какой масштаб. Помимо сложной музыки Петра Ильича Чайковского, здесь еще очень серьезные сценические условия, потому что все ездит, и нужно быть начеку не только головой с дирижером, но и ногами со своим телом. Зрители увидели постановку в рамках Международного фестиваля оперного искусства «Славянский дом». Его цель – собрать лучшие оперные и музыкальные театры славянских народов на самарской сцене. Великолепный театр, просто потрясающий. Певцы изумительные, оркестр, дирижер. И вот надеюсь, что вот у нас такое вот случится единение культур. Наши певцы к вам приезжают, спектакль тоже ваш. К нам возили в Минск. К сожалению, были репетиции, я не видела ваших исполнителей, но очень хорошие отзывы наслышаны. После спектакля зрители охотно делились впечатлениями. Кто-то уже был знаком с произведением, слушал запись в аудиоформате. Это совершенно другие ощущения, совершенно другие. И потом это же действо, это костюмы, это декорации, это мимика актера. Когда это сделано качественно, это очень красиво, это очень здорово, это очень приятно. И это удовольствие. Фестиваль оперного искусства «Славянский дом» продлится до 7 апреля. В дальнейшей программе шедевры русской классики. Оперы «Евгений Онегин» и «Князь Игорь». Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация Куйбышевского района Самары напоминает, что 1 апреля начнется месячник по благоустройству и размещает для удобства жителей адреса пунктов выдачи инвентаря для уборки. Также с 1 апреля в районной администрации будет организована горячая линия по вопросам проведения мероприятия для жителей района. Все интересующие вопросы можно будет задать специалистам отдела по ЖКХ и благоустройству по телефону, указанному на экране. Администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской» сообщает о том, что 30 и 31 марта пройдет фестиваль «Друг человека». Его задача – привлечь внимание к проблемам безнадзорных животных и дать им возможность обрести новый дом и хозяев. В этот раз на выставке будут 120 кошек и 70 собак из приютов Самары. Своих подопечных привезут 5 приютов Самары, а также частные волонтеры. Забрать понравившиеся животные можно бесплатно на самом мероприятии. При передаче животных новым хозяевам сотрудники приютов проконсультируют по всем интересующим вопросам. Двери для посетителей будут открыты с 11 до 18 часов. В проекте «Всей семьей» видна финишная прямая, сообщает телеграм-канал администрации Самарского района. Последнее задание «Сделай доброе дело». Какое – решите сами. Можно помочь бабушке донести вещи, развеселить друга или приготовить коллеге кружку кофе. Сделать общую фотографию. Выложить фото у себя на страничке в ВК с хэштегом «Всей семьей». Уже 4 апреля состоится подведение итогов конкурса.
На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС», в нашем телеграм-канале, на страничках в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи!